Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ну, микрофон работает. Так, битрейт вижу очень большой. Поменяем. 1500 хватит для гребаных картулек. А, чат надо включить точно. А, это чат, это не он. Это не он, это он. Бум. 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 Оно. Так. Все. Тапули одели. Начинаем потихоньку. Начинаем, да? Что там требуется говорить во время приветствия? Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас понедельник. Уже прошло даже больше, чем 1.24. Уже почти все, да, мы ничего не успели опять. Мы все опять пропустили. Но это не повод унывать, потому как... С Новым годом меня поздравляют в чате. Действительно, с Новым годом. В любом случае, да. Собственно говоря, это приветствие было такое вот опять. Растекшееся по мысле. И мысля, растекшаяся по приветствию. Погнали, арену! И не просто арену. Тематическую арену. Вчерашние вопли надоумили меня. Ну, точнее, мне человек написал, он надоумил меня, что нужно брать все карты с боевыми кличами. Хочу сыграть за Варлока. Слиться, наконец-таки, с тьмой. И все три карты с боевым кличем. И, пожалуй, из них мы возьмем... Я бы хотел взять, конечно же, Снежного Копателя, но, пожалуй, возьму Синдарайку. Потому что нужны будут таунты. Боевой клич. Здесь нет боевых кличей, поэтому беру, что хочу. Возьму Супер Демона. О, проклятие. Здесь придется брать, либо возьмем лучше это. Боевой клич. Еще один Копатель. Здесь боевых кличей у нас нет. Возьмем базовую пушечку. Боевой клич. Ваши существа стоят на 2 маны меньше. Учитывая, что эти карты не очень, я могу... Окей. Возьмем портал. Боевой клич. Боевой клич. Лорд Кусака. Кто задет на картинке, почему его так часто стали постить? Потому что он уморительный. Ну, серьезно, посмотри, ты видел его глаза? Ты видишь, насколько он отчаянно... Наверное, денег, да? То есть он настолько отчаялся, что его подобрали на улице и говорят, будешь моделью? Это картинка из фотобанков, откровенно говоря. Примерно с таким же выражением лица я стримлю каждый день. У меня перед глазами мертвые котята, в то время как я трачу свою жизнь на стримы. Кофе. С молоком, так что это не настоящий кофе. Так. Боевые кличи. Как бы мне не хотелось взять вкусного-вкусного зомби, придется взять бронящегося сержанта и мурлоков. И здесь я могу взять, что хочу. Возможно, даже хочется взять таунт. Ладно. Рывок. Боевой клич. Какой провал. Здесь я беру, что хочу. Придется взять хотя бы какой-нибудь раунд таунтец. О боже, вместо сексуального йети придется взять мурлоков. Возьму Суккуба, потому что у меня два другана, хоть какая-то, может быть, синергия будет. Для лейта возьмем силовой танк, хотя темная бомба тоже неплохо. Из этих двух карт, пожалуй, все-таки, учитывая, что... Ладно, возьму эту. Хоть какой-то дроп за 3. Притворимся, что это дроп за 3. Базовый дроп за 2. Куча. Я хочу 3 инфернала, мне вообще наплевать. Еще и Парящий Страж. Синергии с этими самыми инферналами. Мурлоки! Да. Больше мурлоков. У них тоже замечательная синергия с инфералами. Они сгорают. Предсмертный хрип. Хотя, возможно, стоило взять хил. Еще один Парящий Страж. Отлично. Я уже чувствую, как эта колода проникает внутрь меня.
и достает из меня внутри 12 побед. На меньшее я сегодня и не рассчитывал. Три восхитительных карты. Три потрясающих карты. Неужели порчу брать? Жертвенный договор. Тут особо жертвовать-то некого. А вдруг против меня... А, окей. Из тех карт... Боже, синергия с мурлоками. У меня 4 мурлока. Ой, пропустил боевой клич. Серьезно? Пропустил хиллера с кличем. Я же там взял, по-моему, клич. Окей. Понеслась жара. Я возьму мурлока, мне уже все, это уже конец. И боевой клич тоже отличная синергия с мурлоками. Хорошая колода. Мне очень нравится. По моему голосу слышно, как мне нравится данная колода. Я просто вас... Помогите! Я просто в восторге. Но нет. Чек то, чек это. Да погодите, я тут только начал. И уже все такое. Пропустил боевой клич, хил на 8. Так я вместо него же взял боевой клич демона. Нет? Чё-то вы, по-моему, бесите. Вы меня хотите вывести из моего морального душевного спокойствия? Твоя душа будет моей! Разве по моим стримам непонятно, что перед ними я постигаю дзен, чтобы потом приходить сюда и богоподобно отыгрывать? Паладин оставим? Оставим. Мистика Казана. Так. Отлично, просто. Какая встреча. Отличная рука. Тебя. Демон, это предсмертный хрип. Слушай, да, я ступил. Я его, по-моему, там еще... Окей. Немного, черт подери, это мурлоко-демоническая колода. Самое то для арены. Для арены самое то. Окей. Чек Яндекс. Проверяем. Никаких сообщений, небольшие донейшены. Спасибо. И на вебмане. Потрясающе. Больше мурлоков. Ну, конечно же, мурлоки. Будем надеяться, что этот паладин оформит сейчас какой-нибудь секрет, например, ложись. И мы его украдем. И мы его сексуально украдем. Так, да, донейшн на вебмане. Спасибо, сейчас я тебя как в топ запихну. Человек, который не подписался. Полтос. Неправильно. Потому что пишу в темноте, а клавиатура бомбы. Ой. Ну ладно. У меня здесь небольшая цикличность. Окей. Можно его немного психически унизить и сделать вот так. В любом случае, у него там кольцо света. Как ему какая разница? Счетчик арены, говорят. Действительно, счетчик арены. Я его даже обнулил, но не включил. Вот насколько я сосредоточен на игре. Это первый признак того, что... Помогите. Интересно. Действительно интересно. Если у тебя нет светового кольца, то я тебя просто бладластом убиваю, паладин. Я вчера больше людей смотрел, когда ты в Евольф играл. Действительно больше. Я не знаю, сколько сейчас смотрят, но в любом случае зрители, они нарастают постепенно. Постепенно нарастают. Evolve очень странная игра, откровенно говоря. На второй день я так и не могу до сих пор понять, нравится ли мне Evolve, не нравится ли мне Evolve. Но Галенкин, я так чувствую, поступил мудро, когда сбежал после первой игры. Ну, нахер. И сбежал.
Возможно, это вообще лучшая позиция. Окей, паладин не сделал примерно ничего. Можно мне? Да, это именно то, что нужно было. Пусть он думает, что я в констракт отыграю. Приветствую тебя. Потрясающе. Так вот. О чем мы? Да, Evolve. Она выглядит абсолютной фри-ту-плейщиной. То есть, базовые герои, базовый монстр, какой-то набор карт. Арен. Кооператив. Сессионка. Сессионные непродолжительные партии. Тебе предлагают качаться до новых героев. Это выглядит абсолютно так же, как если бы... Что это? Как если бы эта игра была бесплатной, по-моему, это было бы намного более адекватное распределение человеческих ресурсов. Что он сделал? Не стал драться, вот что он сделал. Бум-бум-бум. Может быть, я тоже буду лицо бить? Не, ну там световое кольцо, это тупо. Видел, как я разменялся? Это потому что... Да. Соответственно, да, вот. Я, наверное, договорил, наверное, не договорил. Но она утомляет, во-первых. Особенно при игре за охотников. Я реально себя чувствовал вчера, как будто отпахал. Как бабка, которая на валах пахала. Это плохо. Это еще хуже. Суккубы. Ну, конечно же, суккубы. Бум-бум-бум. Ну, мы кое-как убиваем. Но по-хорошему надо бы вот так ударить, чтобы захиляться. Так много возможностей. И по-хорошему нужно, чтобы вышла суккубиха. Подожди, а если... Есть более... не очень это гениальный план. Бездна ждет. Даже не особо. Не, ну надо, конечно, дурня убивать. В любом случае, дурня. Цукуб. Аригато. Кузаймас. Так, ну и конечно же мы тапнем, потому как... Какого черта и не тапнуть бы? Нет, Синдарека мы прибережем. Ну, что-то типа того. Я надеюсь, что я сейчас не отъеду примерно приблизительно через пару-тройку секунд. Или уже... Или, возможно, я отъехал еще вчера. А возможно, я слишком часто говорю слово «отъехал». Гав! Это собака, которая бежала за моим поездом, на котором я отъезжал. Суккубика, отличный порядок. Суккубика просто так вообще, просто без... Да, у меня все плохо. Поднять щиты. Ну, примерно вот так, например. Небольшая благотворительность, а это вчерашний... Это вчерашний комментарий, зачем ты мне заставляешь его читать? Тут у нас другой незнакомец появился тоже. Через киви донатит на вебмане и чувствует себя отлично. Что, я жив? What the fuck, я жив? Жив-то я жив, но... Дело такое. Есть. Возможно, стоило магичку убить, потому как Огр мог и промахнуться. Но Отелло мог промахнуться и мне в лицо. Я почему-то опять хотел сказать слово на Е вместо своего лица. Я же не соотношу свое лицо со словом на Е. Да давай тапнем. Это было супер зря. Я теперь точно отъезжаю. Бум-бум. Нет, бум, я и так помирал, неважно. А если я выхилюсь, все равно. Ну, возможно, он неправильно посчитает. Кстати, если бы я не тапнул и отхилился, я бы жил.
Неплохо. Но это было бы слишком скиллово. Чек Вимани, я прислал тебе яхту. Спасибо за яхту, наконец-то я смогу... Окей, не важно. Важно что? Важно, что первое поражение распечатали. Всегда главное в начале стрима распечатать поражение. У тебя поражение. Так вот. Расскажи историю из школы. Ну там, блин, она приходит, Носова. Понимаешь, Носова приходит к литератору. И говорит, вам минет сделать. Он не смотрит, говорит, Носова, ты что? Такая история. Защитить природу. Окей. Будет моей. Бум-бум. Бум. Где мои демоны? Логвинов дал ключ на Heroes of the Storm. Нет, ему их дадут 20-го, он сказал. Я буду у него один. Возможно, даже несколько. Возможно, даже несколько я у него оформлю. Можно топануть, точнее, монетнуть. Но зачем? Мы же тактикульные парни. Мы сначала... секс. Есть смысл? Есть. Я не знаю, какой, но наверняка есть. Чтобы он тратил все это дело и пинговал, и вообще... Ты не сказал самое главное, минет-то она сделала? Нет, она выпилилась. Ну откуда у него такие карты хорошие? Таких хороших карт ответственность, общественность, я хотел сказать, не допускает никогда. Давайте мы уже будем говорить те слова, которые задумывали, а не те, которые лезут первыми на ум. Или на клыки тоже не лезть, тоже вариант. Мэйби разыграешь ключики, если не один перепадет. Можно, в принципе, Близзардом написать. Возможно, я там что-нибудь разыграю. Я мне лень. Точно, я же забыл, мне лень разыгрывать ключи, манекен-мишень. Что? А у меня хоть что-то меня спасает? Предсмертные хрипы. Сака лорд. Или чувачок. Чувачок выведет чувачка. А мы топанем и... Суперплан! Суперплан! Еще будут жизненные истории? Да, она там... Я не помню больше истории из школы, к сожалению, ни одной. Там такая рыжая была, профурсетка. 4-6. Ну, конечно же, 4-6. У меня опять все плохо, если кто не заметил. Бум-бум. И мне еще нужно, чтобы... А, окей. Придется не так делать. Придется вот так делать. Блин, а если я так сделаю, тогда парящийся страж не забафается. Но если я так не сделаю, я вообще проиграю, собственно говоря. Увы и ах. Ну, смотри, то есть хочется, чтобы... Ударить. Вышел парящий страж. Я хочу так. Парящий страж. И это не он вышел. И я проиграл. Окей, ладно. Мораль какая мораль? Не выеживайся, играй нормально. Можно одновременно. Черт. Кто-то сейчас будет тянуть карты. Этот кто-то, это не я. Карта. Почему елка зеленая? Потому что в ней много эндорфинов. Что бы ты без меня делал вообще? Он не будет размениваться? А, окей. Это карта. Спокойно, я промазал. Нужно сосредоточиться в этом деле. Сказал,
Идеально. Как я и планировал. Just as planned. Простите меня, пожалуйста. Я не знаю, что делать. Пожалуйста. Если кто-то из моих родных смотрит этот стрим, я встрял. А, сало есть. Твоя магия тебя не спасет. Ну, хоть что-то похожее на продуктивную игру. Нужно перестать давать ему карты для начала. И просто так... Нет, ну он его укусит просто за бедро. Ну, все, собственно говоря. Привет, как колода. Отличная колода. Мне особенно нравится то, что в ней ничего хорошего нет. Это самое лучшее в ней. Ни одного плюса. Как же ты надоел кричать, веди себя как человек. Я себя веду абсолютно спокойно, как ты можешь. Спокойно. Как ты можешь услышать в данный момент, я проиграл. Похоже у нас 0-3. Похоже у нас мистер. Почему он еще не таунт? Вот это была бы супер карта. Но пока... Думаешь о фильме «Дорога». Не ознакомился с фильмом «Дорога», хотя где-то скачанный валяется. Черт, скачанный, я же не пользуюсь пиратским контентом. Где-то валяется на Blu-ray подарочное издание с бородой Хью Джекмана. Победа за тобой. Ты не хочешь постримить CSGO? Хочу. Ну как хочу, была такая задумка, и она, как всегда, обернулась ничем. 0-2 зато. Зато тематические арены, как всегда, оборачиваются триумфом. Феноменально! Спасибо за WebMoney Donation. Детка. Кто сегодня будет Evolve, да, красавчик? Нет, сегодня Evolve, я так понимаю, не будет. И, честно говоря, я сегодня не хочу, я наигрался в эту... В этот... А, там не Хью Джекман, там Хуго Уивинг. Уивинг. Хуго Уивинг. Это очень плохая рука, поэтому я делаю вот так, и я ничего не попал. Окей. Вигго Мортенсен. Я со второго раза не... вот это отлично. С этим можно играть, смотри, вот так. Ладно. Сейчас придет. Сейчас. Тихо. Сейчас придет все, что нужно. Морлок с рывком. Нет, я проиграл. Я сдаюсь. Уго Вивинг это агент Смит, это Марагорн. Ну да, типа того. Какая разница? Главное, я. Скиллово сыграл. Мне нужна срочно воровайка секретная. Секретная воровайка. Это что, ложись? Конечно же, это ложись. Но сейчас в нем... Нет, скилловых плеев сегодня не будет, потому как сегодня не до них. Сегодня я особо занят тем, что общаюсь с людьми. С вами все... Боже, это колода. Эта колода просто не работает. Зато я могу съесть своего демона. А вдруг это не ложись, тогда я... Окей. Это не ложись. Скилл! Ну, вот так он забафается, я забыл. Черт, я сейчас проорал. Прости, пожалуйста, человек, которому я обещал не орать, но я буду орать, пока во мне останутся силы. Тем более, арена называется истеричная, поэтому... Поэтому все по канончику. И мыльный пузырь я проиграл. Как относишься к каналу дважды два, не смотрю. Но там, в принципе, все очень миленько. Это опять баф. Да, давайте бафать дальше Корсара. Вонючего Корсара. Что может пойти не так? Нет, это ложись. Ну, потратить решил ложись. Нам не жалко. Надо бы хотя бы одну победу, а то сейчас как-то бустер за 150 голды куплю и будет совсем плохо. Ракету, говорят, запустить точно, я и забыл.
Вечно забываю. Riot of TV я отрывки какие-то смотрел. Отстань от меня, пожалуйста. Христа ради. Riot of TV. Прекратите. Ну смотри, этот паладин, он практически уже иссох, как Нил. У него всего 3 карты, у меня 5 карт потенциально. Потенциально у меня бесконечное количество карт, потому как... Я могу тапать! Про Ри Кристину Си. Нет, я думаю, это в прошлом. А ранее Кристин Си, Серый Кардинал. Ну, к сожалению, Серый Кардинал вы не попадаете в топ дня. Но спасибо за ваше щедрое пожертвование. За ваш внос. Внос. Взнос! За ваш внос. В мое благосостояние, хотел сказать. Будем синдарить? Нет, не будем. Тапать? Будем. Этого я не ожидал. Еще больше морлоков. 1-4. Он тоже любит бесполезные таунты. Еще и лучшую карту в игре где-то достал. Ну и как тебе отрывки Riot of TV? Ну, нормально, сойдет, без эмоций. По эмоциям не отбились, скажем так. Так, я все это сделал, а теперь что? Вот это примерно. Примерно вот это, и вот это. Вот набрал-то, а? Роженцев. За каждую третье существо должны по 400 тысяч давать материнский капитал. Или сколько там, я не знаю, я не мать. Это я и мистер Mountain Dew или 7-Up? Конечно же Mountain Dew. 7-Up, он соревнуется со спрайтом. Mountain Dew это отдельный богоподобный напиток. Ты глянь, как карты тратят. Это какой-то прям лордокусаковский поединок получается. Мне нужно какой-нибудь, у меня ничего нет. Ну, примерно вот это. Так, как мы здесь сексуально размениваемся? Бум. Неважно. Теперь начинаем сексуальные размены. Бум. Я даже победить могу. Как бы это не было удивительно. Ждешь тупой еще тупее 2? Да, я себе дал обед каждый день стримить по 18 часов, пока не выйдет тупой еще тупее 2. Как иначе-то? И я проиграл, походу, да? Примерно проиграл. Так, значит, смотри, планка. План какой. Я выкладываю бомбера. Бомбер попадает по вражескому танку. Не попадает по моему танку. Мимоходом он убивает дракона-механика. Отличный план. Кто-то сказал бомба! Сучёныш почти. Но хоть что-то. Хоть что-то мне нехорошо. Вот это отличная игра. Тут уже можно и сексуальные движения делать. Да помолчи ты, помолчи, потому как... Спокойно. Нет. Мой секрет. Око за око. Ука за ука. Хороший секрет. Но хп у нас действительно мало. Гарпию мы тоже убьем. Бум. Это я изобразил, как я убиваю гарпию, если кто-то не понял. Нет, ты не отвлекайся. Крайне валуя секрет получился. Зато таунт, через который не пробьются эти мерзкие выродки. Уже плюс. Добавим света. Можно тапнуться. В надежде на что-то. Но тогда я буду уязвим к молотку. Не будем тапаться. Окей. Портал демона, об него отхилься.
Да, это неправда. Хорошая карта для меня, потому как преимущество на моей стороне. Я не хочу идти с 0-3 полиции, потому как сегодня у меня большие планы. Секс. Больше тантов, богу тантов. Богу тантов, я бы даже сказал. Я почти как Бакуган. Теперь ему главное, чтобы не пришло световое кольцо. Гнев карателя. Молоток. Окей, едьте, это не страшно. Точнее, страшно, потому как мы теряем тут две карты. Где мои суперкарты? Ну, хоть это. Это хоть сожрать можно будет на всякий случай. Можно сожрать этап? Ну ладно, ладно, потом. Окей. Добавим света. Как же весело, господи Иисусе. Какая напряженная игра. Окей. Жду приказаний. Моя переработка сложена. Осциллятор, это не страшно. О, мои детки. Наконец-то и вы пришли. Да, сначала хилимся, потом тапаемся. Правильный порядок, чтобы инферал вышел и убил всех моих. Почему я так играю? Что со мной? Кто меня таким сделал? Окей, сейчас я все равно умру об него. Жду приказаний. Кто сделал меня таким? Это тоже не важно. Ну все, я выиграл, спокойно. Это мой друг по несчастью, мы с ним на одном где-то уровне находимся. Я даже извинюсь перед ним. Ну ладно, давай еще разок. Окей, это мы потом оставим. Ну видите, хоть у кого-то арена по эмоциям уже отбилась. У меня тоже. Я чувствую, как мое преимущество над этим паладином. Ух, я почти увернулся от пули. Вот это секс. Блин, ну как бы дело-то такое. Если еще раз тапнуться, то и молотком можно. Ладно, посмотрим. Я его даже не убиваю на следующий ход. А он хилится и хилится, а? Слюнтяй. Еще одну карту придерживает. Вот здесь уже как-то не очень сексуальные размены получаются. Я надеюсь, что это хил. О, господи. Ну, кстати, нормально. Нормально, потому что я в ней буду такое себе на самом деле. Она стреляет, черт подери. Что приказали? О-о-о-о! Достойно. Ладно. Говорят, леталка, но я не верю. Тихо. Тихо. Он реально мурлоков набрал. Глянь, что творится. Жду приказаний. Достойно. У меня закончатся карты. А сейчас леталка будет, если чё? Вот считаем. Да, сейчас будет точно. Последовательность. Как пожелаешь. Приветствую тебя. Я чуть не отъехал, кстати, от усталости. Потому что не следил, что происходит.
Ну, это была легкая игра, на мой взгляд. Я даже не вспотел. Пойду в лидольчика выпью. Через 5 минут вернусь, ребята, продолжим. Бум. Да понятно, что леталку, успокойся уже. Все хорошо, не нервничай. Играл ли в другие карточные игры, например, Duel of Champions. Я немного в Might and Magic играл. Ну и в МТГ тоже. Ну, конечно же, Hearthstone. Как тебе Фарго? Я тебе сейчас локтевуху пробью. За Фарго. Да, 18 в лицо, never forget. О боже, вот это опенинг рука. Тебя. Он еще не знает, что его ждет. Мне бы сейчас еще бафующего Мурлока бы. Было бы неплохо. Надо. Ой, секс вообще, секс. Нет, забафается мразь. Ну ладно. Приветствую тебя. Душа. Через какую программу ты производишь эту музыку? Эта программа называется YouTube, очевидно. Спокойно. Ох, он обтапается сейчас. Приветствую тебя. Типичная ситуация на арене. Ничего необычного. Да, осталось только Инфернала выпустить, чтобы немного столик почистить. Если у него нет адского пламени, то он уже примерно немного проиграл. Интересно. Приветствую тебя. Хочешь что-нибудь взять? Вот свинья-то, а. Для него это неплохо. Ну ладно. А, черт, 3 хп. Нет, Сукуби нам здесь не нужен. Крайне раздражает этот гоблин, и убить его практически нечем. Только подрывник там сидит один. И... А, ну да, и друзья. А, практически нечем убить, 2 друга сидит в руке. Каждый из них может бить. Запусти ракету опять. Да пожалуйста. Я же не жадный. Я могу. Восемь карт. Вот набрал-то хомяк. За обе щеки. Не лезь на клыки. У нас скоро уже очистка. Окей, это терпимо. Бум. Бум-бум. Точнее, бум-бум. Сначала тапаем, потом играем. Сначала тапаем, потом играем. Мне сегодня в каждой игре ошибки есть, потому что сколько стрим идет уже? 41 минута. Ну, кстати, уже довольно долго, да. Уже можно плавилово в каждой игре устраивать. Черт. Один детеныш мог бы выжить. Нет, я не посмотрел еще, не сломленный. Бум-бум. И бум, да? В этот раз так! Сегодня день мурлоков. Сегодня мурлоки. Сегодня в меню мурлоки! Про гейминг, да нормально, чё.
Fuck! Это совсем не секс. Мистер Вурлок. Разыграть, что ли, вот это? И какой у нас будет к этому follow-up? Так, примерно. Еще вот так. Потому как я могу. Неважно. Когда будут новые игры? Ну, я вчера немного там поиграл в Рыцаря Лопатного. Возможно, и сегодня тоже немного полопачу. А может и нет. Посмотрим, пока у нас здесь гениальные игры, просто одна лучше другой. Интересно. Заведи себе бота, чтобы 100 раз не спамили. Черт, он все-таки пробился через мою мистическую даму. Мне не хватает одного урона, чтобы сексуально сыграть. Одного мурона, я сказал. Одного мурона, конечно же, одного мурона. Больше синдараек. Окей. Есть. Поднять щиты. Ну, посмотрим. Почему портал не стал под защитницу подкладывать? Ну, не знаю. Потому что он довольно-таки валуевый. Он бы умер, кстати, портал, если бы я подложил. Логвинова по лесу сегодня гонять не будем, я так понимаю. Что не так с Фарго? Да все с Фарго хорошо, некоторым концовка не нравится. А меня все устраивает абсолютно. Мартин Фриман. В принципе, везде одну роль играет, но играет ее чертовски хорошо. Где ж ты столько дворфов-то набрал? Ну конечно, он дворфов, я мурлоков. Равноценно. Смотри, какой он сидит здесь, красавец. Пользы. Как много пользы. О, боги. Ну, хоть танк со скидкой. Да и ты тоже выходи, чё ты там? Да, отличный активатор для Варгена. Возможно, он не обратит на это внимания. Возможно, он не будет бить Мурлока Варгеном. Я бы не стал. Зачем? Зачем активироваться об Мурлока Варгеном и убивать 3-4? Что? А, окей. Бум. Давайте он сыграет Джераксуса, мне придет жертвоприношение, я просто выиграю. Почему ты решил записать свой первый трек? Да ты что, шутишь, что ли? Да не знаю, просто скучно было, видимо. Отлично. Благодарю. Так, ну главное сайленс на другана наложить. Кстати, тут на кого сайленс не наложи, на всех плохо будет. Но на кого-то придется. И этим кто-то будет Мурлок. Твоя магия тебя не спасет. Тапнемся. Окей. Более-менее. Когда альбом в iTunes? Никогда. Я не старый добрый 1.3. Я обычно делаю 3.3. Не нужно быть настолько критичным в отношении ко мне. Иногда у меня получается даже нечто осмысленное. Вчера, например, было 2 арены с 5 победами. Ты веришь? Я нет. Но они были. Это плохо. 6-6 мы кое-как убиваем. И, кстати, плохо мы убиваем. Мы убиваем плохо, потому как нам надо. Блин. Нам надо, чтобы сейчас друган выпал. Ладно, тапнем сначала. Ну, идеально. Damn, son. Ну, хоть теперь повезло. Кто это? Спрашивает товарищ в чате.
Здравствуй, товарищ чати, я специально с тобой поздороваюсь. Но ты никогда не узнаешь, кто я. Окей, зато спецэффект. Тапаться будешь? Сопляк. И в сумме это 4 урона. У-у-у. Как познакомился с Логвиновым? Я не помню. По-моему, он мне написал по поводу ролика для Call of Duty Ghosts. Или до этого был стрим. Нет, по-моему, все-таки Call of Duty Ghost был сначала. А потом был яйцо. Сначала курица, потом яйцо. Потом Call of Duty Ghost. Потом Twitch. Потом подкаст. А потом он мне давал ключи. Он меня подсадил на Хардстоун. Тоха, что ты сделал? Магия тебя не спасет. Это не страшно. Ну, конечно, страшно, потому что он теперь немощь. Окей, он снизился до 7 хп. Я бы не стал. Серьезно? Похоже, что серьезно. Здесь у нас гениальный план в чем заключается? Бум, бум-бум. Ну да, наверное. Другие гениальные планы. Убить другана. Убить подругу. Хотя это тоже друган, но у него длинные волосы, поэтому я могу немного сексизма. А может лицо бить? А он тут пусть сам ковыряется, потому что 4 существа, их тяжело убить. Какой смысл я бы... А он пусть думает, что может пойти не так? Он меня, кстати, не убивает. 8 урона я ему. Он, да, отличный план. Отличный план, учитывая, что у него 3 карты. Господи. Так много возможностей. Да, я понимаю, что много возможностей, но ты как-то адекватно оцеливай. Оцеливай. Рот, ты меня подводишь. Оценивай адекватно свои возможности, Варлок. И это ровно 12 урона. Но он не стал меня убивать. Хотя у него было ровно 12 урона. Передай мне тангенциальный прощ... Битва титанов! Я все равно проиграю. Так. Блин, ну если я тапнусь, у меня там есть что-то, что меня спасет? У меня там есть убийство демона. Если я сожру его демона, я выживу. Или это? Конечно же, не нужно было раненого добивать. Он же не сможет похиляться. Может быть, он правда боемил, у него здесь гарантированное убийство. Но что-то как-то... Окей. Да, похоже. Но это не гарантированное убийство, он не мог знать, что так будет. А, он опять боемил. Что? Что? Чего таращишься? Я могу его убить, потому что это уже как-то перебор. Слушай, вот это... Это отличная карта. О боже, где ж ты раньше была? Ну, пожалуй, ну это нереально. Нулевой шанс, что он. Ну. Я должен за
защитить природу. Твоя душа будет моей! Упс. Никто не видел, что я написал. Так, ну что, продолжаем. Ой. Ой, мне надо сходить водички попить после такой игры. Что-то совсем тяжко. Окей. Бурный рост, конечно же, бурный рост. Ну, конечно же, бурный рост. Так, разводим его на гнев. Пять маны. Ну, конечно же, пять маны. Что-то как-то тяжко идет. У меня нет урона. У меня нет столько урона. Когда новые игры? Да никогда, успокойся уже. Игр нет, есть только это. Окей. Из этого может что-то получиться. При условии, что мой... При условии, что у него нет свайпа, например. Мне нанести... Или вот этого. Из этого получится гораздо хуже. Но все равно это бесплатный 6-6. Под таунтом. Будем надеяться, что у него нету, например, сайленса или что-нибудь такого. Окей, рык потратил. У меня все равно преимущество по столу, конечно. Довольно-таки солидное. Ну что, есть потрясающий сексуальный плей. Кого ты мне... Ну там свайп. Если свайп, то выключаю стрим, пожалуй, да? Можно уже стрим выключать. Нет? Окей. Хоть что-то. Какие поигрушки с Кузьмичом и Чудом друзьями следующими? Ну, они там что-то немного попискивали про Titanfall. Я бы сам не отказался. Немного Titanfall в ваши души. Смысл я буду сливать их? Не нравится мне, честно говоря, этот друид какой-то, он злой. Восемь-восемь это тоже много. Мне нужен Abusive Surgent. Мне нужен Abusive Surgent. Это не они! Возможно, стоило выложить другана. Но нет. Я не знаю, плохо. Да, 2000 человек, кстати, перевалили. На прошлой неделе, не помню, переваливали или нет. В любом случае, здравствуйте еще раз, друзья. Ну этот гениальный плей вы попали. Я просто сам собой не нарадуюсь сегодня. Сам от себя порвусь. А, проиграл. Ну, конечно же, проиграл. Зато теперь есть суперскилловый ход, мы скинем вот это и не скинем силовый танк. Или я даже не знаю, что лучше. Он меня убивает в любом случае. Я видел, как это скиллово. Он даже не понял, что произошло. Это было за секунду. Приветствую тебя. А, ему все равно хватает. 9, 10, 14. Какая разница?
Еще и коготь. Супер. Какое твое мнение на Титановую осень? Да, по-моему, и говорил уже, хорошая игра, которая немного не превратилась в отличную игру. И надеюсь, которую допилит ко второй части. Просто больше контентика нужно. Почему арена «Давай поженимся» удалилась из записи? Не знаю, на меня в суд подала Исинбаева, или как ее там зовут, Гузеева. Да, две победы. Ну, такие вот тематические аренки, к сожалению. Нормально. Бустер за сотку. По классике. И даже на следующую арену хватает. Секс. Окей, ничего интересного. Выключаем тематические арены, забываем про них, как страшный-страшный сон. Арены. Тематические арены. Погнали еще раз. Нет, я не на ту кнопулю нажал. Кнопуля. Ты меня подвела. Ну давай, недавно жрецом не играл. Да кому какое дело? Когда можно рожать детенышей. Божественная милость. Хотя на арене она особо не работает. Ужасные карты, печать света. Нага. Ой, трог. Механик, нужны мехи. Друганы. Мех. Жоблин. Защитник королей. Рекомбабулятор. Хотя паладину можно было и механоусилителя. Вурдалака. Можно служителя света и потом бабулить. Ну, такое себе, конечно. Но нет, мне кажется, служитель света лучше. Освещение. Пантера. О, это плохо. Это настолько плохо, что, возможно, даже правосудие света. Под печатьку. Окей. Стромград для лейта. Молоток. Вкусный зомби. Свет опалит тебя. Призрачный рыцарь. Кадохин. Сайленс. Здесь начинает медленно расти факт, черт его побрал. Так, сколько у нас предсмертных хрипов? Примерно один. Два. Мало. Давай на лейт возьмем силовой танк. Еще и он мех, синергия. Еще один жаблин. Слизнюк или... Нет, это более надежно. О, боги, сексуальная горгулья. Еще один клинок. Нужно брать все клинки, какие попадаются. Мех для механика. Еще больше хороших карт. Вот это да. Я даже не... Не, ну вот это, конечно. Он снова начинает расти, этот мерзкий-мерзкий фак. Хочу второе освещение, но, конечно, от мини-бота польза будет больше. Там и синергия с, с дурачинкой. Ну и ошалевший подрывник, лучшая карта в игре, как известно. Давно всем давно известно. Окей. 12-0, 12-2. Ммм, как много уверенности в моей колоде. А карты-то тянуть нечем, кроме божественной милости. Да, спасибо, 0-3-0-3. Чекни БМ. Какой дягой БМ? Я понял, о чем ты. Чекнул, смотри-ка. Действительно, это деньги. Спасибо. Ну ты не попадаешь в топ. А вот этот товарищ со Сбербанка, похоже, попадает в топ. Но он без слов туда попадает. Потому как он Сбербанк. Спасибо. Другая раскладка. Отлично. Нет, это не та буква. Вот это та буква. Это почти как Uber. Почти стрим по Temp Fortress. Temp Fortress. Ten Four. Так себе. Мне нужны мехи. Кстати, магов не попадалось тому другану. У меня нету ранней игры, ничего нету. Через 10 дней Suits продолжение. Suits. Это хорошо. Давно пора. Это я задонил. Ну что ж ты не написал-то? Ну, я тебе поверю и скажу тебе персонально спасибо. Но там не написано было.
Что думаешь об Natural Selection? Ну, естественно, мне не очень понравилась вторая часть. Что сейчас тебе скажу, сколько я в нее наиграл. Никому не скажу. Авторитетно. 54 минуты. Последний запуск. 19.01.2014. Ровно год назад. Ну ты прикинь, какие бывают совпадения. Кому-то интересно, это мне не особо. Он там что-то наделал. Он наделал много делов. Окей. Придется его убивать. То он тут оббафает всех. С головы до ног оббафает. Мы этого не хотим, чтобы он всех оббафал. Я могу только бафать своих чудных-чудных зрителей или что-то типа того. Как насчет игр с подписчиками? Я ответил на ваш вопрос. Так, Мак, ты не должен ничего разыграть в данный момент, потому как я хочу Йети. Я хочу преимущество на столе, я потом хочу за город механиков и истерично вопить. Черт, я и так истерично воплю все время. Что-то типа того. Хотя это маг, у него есть фростболт, поэтому мой Йети сейчас отъедет. Йети отъедет! Лайк! Когда тебе вообще последний раз падала легендарка на арене? А то мне сразу две выпали, может, твоя была. Я не помню, но с начала января, по-моему, не падала, да? Но последние пару недель точно. А, огненная пушка, окей. Еще хуже. Ну ладно, то, что у меня подруга ковыряет по два урона, это не так уж и страшно. Куда страшнее то, что у нее большая задница. Не доверяй девушкам с большими задницами. Потому как из них будут слишком легко вываливаться дети. Даже контрацепция не поможет тебе. Гулял сегодня с большой буквы? Да, действительно гулял сегодня. А смертокрыл? Ну, что-то, по-моему, смертокрыльчик-то давно был. Я не помню даже, когда это. Возможно, это было вообще в другой жизни. Возможно, это вообще не случалось. Ты лжешь мне по поводу смертокрыла? А, был. Или он ни разу не использованный был, да? Возможно, так. Окей. Где киса? Да где-то там. Играл в Battle Block Theater? Нет, не играл. Хотя есть. Синдерайка. Это не страшно. У меня кончается время. Играл в Хардстоун? Если да, то как тебе? Хардстоун. Окей. Она продолжает меня потихонечку тут ковырять. Разумеется. Есть смысл выхиливаться? Кстати, есть. Можно молотком? Да не. Посидим пока так, примерно. Как тебе реальная жизнь? Это какой-то сериал? Или ты про настоящую реальную жизнь? Я не знаю. Хорошо. Очень даже хорошо. 2015 год. Сразу почувствовал все его преимущества. Повсюду Wi-Fi, летающие машины, вот это вот все. Маленькая пицца, которая превращается в большую пиццу. Нет, она не превратилась в большую пиццу, я просто съел маленькую пиццу. Я остался голоден. Пострим-театр, уморительная игра. Ну, я так понимаю, она не одна. Она для кооператива. А я-то здесь сижу один, и потом люди начинают... стрим один! Мы этих людей не знаем! Черт, маскировочное поле. Ну ладно, у меня есть вот эта пушка. Оставлю я, наверное, молоток для другана. Кого мне убить? Она страшна. Седьмой ход, скилл страйк. Пантеру, наверное, выкладывать смысла нет. Ладно, посидим.
Божественная милость совершенно никак не реализуется примерно. Кто лучше, Хуан или Сони Бой? Уан или Сони Бой, вопрос. Что? 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 Я не знаю. Странные вопросы. Можно одному играть, уже почти все прошел. Да, конечно же, можно все делать. Так, но он не знает про мой коварный план. То, что его вожак стаи сейчас отъедет. По слухам, я не уверен. Я готов, а я не готов. Друган, правда, не отъедет, похоже, да? Бум-бум. Бум-бум. Что это? А, окей. Все само решилось. За меня. Зомби. Ну, конечно же, зомби. Можно мне как-нибудь что-нибудь? Хотя там потенциальные сидят. Почему на Good Game и СКТВ не стримишь? Я не очень понимаю, зачем. Но попробую. Да там же все скилловые ребята, они будут надо мной смеяться. Не хочу. Мы здесь и так нормально, уютно сидим. Почему ты не стримишь на ресурсах, которые приносят 20 зрителей? Вот человек правильно ответил, похоже. Все хорошо, но мы сейчас, блин, похоже, упадем ниже 2000. Не уходи, но зачем вы уходите? Отлично же сидим. Я чуть сдаться не нажал. А, вот это было бы неплохо. Радует хотя бы то, что этот маг без скилл-страйков. Но он тянет карты. Так, бум. Бум, бум. Или можно, чтобы он выжил. Ну, это такое, конечно. Возможно, там хекс. Ну, ладно, мы проверим это все равно. Научно-следственным путем. Или как-то так. Окей. Я не могу это спокойно. Сделать. Я выполнил свое. Ну, посмотрим. Что там произведет этот данный маг. Кстати, скоро можно будет божественную милость выпулить. Вот это вот все выбросить, вот этот вот весь мусор. И все такое. Ты дружишь с Антоном Логвином? Ну, дружба это не назвать. Дружба это такое слово, которым я бы не стал разбрасываться. Друг, он на всю жизнь. А Антон... Вот завтра выйдет Titanfall 2, и он мне пообещает ебальник набить, если мне Titanfall не отобьется по эмоциям. Антон, я не знаю, в жизни я с ним не общался, поэтому вопрос с подковыркой. О, синергия. Механика вызывали? Что тут у нас? То, что надо. Я выполнил свой долг. Это не мат, это цитата, как он Кузьмичу ответил. Что же делать? Обнаружена магия. Это не страшно. Мои глаза все. Это просто хилющийся дурачок. Все из-за мата. Да, возможно из-за мата. Мне нравится моя рука. Ну, хотя, учитывая, что это уже 10-й плюс ход, нормальная рука. И преимущество на столе, опять же. Спроси, на стриме есть яду раку. Что за яду раку? Какой-то кореец, что ли?
На моем стриме таким людям не место. Как-то здесь как-то... Как-то здесь не особо, да? Не особо как-то здесь вот это вот все. Можно, конечно, вот так. Я хочу в лицо на 7 пробить. И это моя жажда. Можно, конечно, вот так. И у всех, типа, здесь будут... Чего я жду? Давай уж все вывалим. Как раз под скиллстрайк-то, а? Самое то. Какая игра года для тебя? Какого, 2015-го? Да так вот это опять! Какие варианты-то? Никаких примерно. Ну, прошлого, не знаю, нету в прошлом году игры, которая бы прям перевернула сознание. И заставила бы, например, я не знаю, сделать видос. Дал бы сайленс в обнулятор и не потерял бы дэмэдж. Я в тебя сейчас сайленс дам, у тебя такой обнулятор будет. Я орудие богини. Или цей хилится, да глянь. Ну ладно, пантерку сюда вольем. Убил другана. Друган. Ну ладно. У меня есть еще друган. Как тебе ТВ АУ? АУ? ТВ АУ? Это что? The Walking Dead? Нет, не подходит. The Wolf Among Us, я угадал. Да, нормально. Хороший Telltale классический. Они в последнее время где-то на одном уровне все держатся. Telltale-овские игры. На высоко-хорошем, скажем так, да? Ну, то есть это даже уже играми считать нельзя. Это уже ближе к сериалам. Скоро будем новый сезон обсуждать. И типа, о, Telltale-то, как тебе Telltale-то? Интересно. Про Майнкрафт. Как тебе Майнкрафт? Ты помнишь, как там в конце кубик всех предал? Черный кубик. Он всех предал. Не верь ему. Там же есть вот эти вот чуваки, которые ходят. Я не знаю, как их называют. Черные чуваки. Будем их называть так. А, это Слендер, да. Это же оттуда все пошло, Слендера. Интересно. Сдашься, нет? У меня кончается время. Когда Mortal Kombat гуф? Ну, весной. А в Game of Thrones не играл еще. Ты глянь, ты глянь. Что ж делать-то? Ну, надо... А, окей. Я его могу еще и морально задоминировать. Если не сказать другое прилагательное. Каким образом я его задоминирую? А, Эндер. Да мне наплевать. Нету вещи, о которой я бы беспокоился меньше, чем о имени черного продолговатого существа в Майнкрафте. Возможно, только о том, что играть на стриме в нормальные игры. Где-то на одном уровне по моему безразличию два данных факта находятся. Так и живем. Поэтому... Hearthstone, Heroes of Warcraft. Warcraft. Алекс, ты лучший, Мистериус 4.0. Спасибо, Мистериус 4.0. Твой аргумент не вызывает у меня противоречий. Оставим Жаблина, оставим вот это вот все. Где моя ранняя синергия с гномом-техником? А то как-то тяжко та игра пошла. Светлячок смотрел? Конечно же смотрел. Нужно уже устраивать, пора, я чувствую, пора. Устраивать ритуальный пересмотр Светлячка. Раз в пару лет, самое то. Боже, серия, когда у них в корабле запчасть сломалась. Кто вспомнил и мысленно внутри себя сказал тот хороший человек. Надеюсь, что я ничего не пропустил интересного, пока ходил за кофейком. Да, конечно же, ничего. Два Жаблина. Два. Откуда у меня два Жаблина? У него на ноге какой-то браслет. И он сам голубого цвета. Я не буду играть в эту игру. Привет, привет, о, подписчик. И опять Эллен Пейдж появилась. Где-то была последние два дня. Здравствуй, Willow of Games. Я хотел прочитать как Willow V Games. Здравствуй, Willow V Games. Приветствую на стриме.
Каким ховчиком для кошек кису кормишь? Да там развесные без этикеток. Ну, иногда мясцом, иногда... Самое вкусное — это куриные головы. Она берет куриную голову из миски и начинает таскать ее по всей квартире. И потом ты либо ногой наступаешь на склизкую холодную куриную голову, либо ты находишь ее на диване. Всем, кто ест, приятного аппетита. Стрёмный звук при подписке. Это не стрёмный звук при подписке, это привет, привет, привет. Разве это может быть стрёмно? Нелюбимый класс в ХС. Ну такое. Рога, наверное. Я за неё мало играю. Смотрел спираль, хватит игнорить сабов. Нет, не смотрел. Что за спираль? Я знаю, контрацепция такая есть. Спиралькой. Ты про это? Я сомневаюсь, что ты про это. Было бы довольно странно снять сериал про контрацепцию. Я помню. Что это за адские звуки? Это мы убьем. Глянь, так глянь. Ну ладно. Если ты хочешь так играть, то мы будем играть в долгую. Можно бабульнуть, кстати. Будем бабулить? Я думаю, можно. Я промазал. Сделаем вид, что так и хотел. Что не так со мной? Что не так? А что ты мне сделаешь, если я тебе 1000 рублей скину? Я прочитаю твой адский ник, например. Черт, вот тебе и бубульнул. И скажу тебе спасибо большое. Эти деньги пойдут на благие дела. Ракету надо запустить. Упс. Отличный выбор. Неплохо. Оружие на изготовку. Надо идти уроки делать, а я сижу тебя смотрю. Ну, как-то параллельно делай. У меня, например, шнур от монитора забирали, чтобы я уроки делал. И в мое время не было этих ваших планшетов, которые можно было... Окей. Блин, я бы его, конечно, бабульнул, но... Окей, вот так пока сделаем. Для надежности. А, еще и укроем. Отлично, отлично сыграно. Если бы я видел, я бы сначала, конечно, укрыл. И будем ковырять по одному в лицо. Классный план, классный. Да, я бы, конечно, его просто спрятал. Пузырьки я бы на него не тратил. Почему репак перестал читать? Ну, потому что на лицензии перешел, очевидно. Какой репак? Я стример и летсплейщик, и ютубер. Что? Рэп? Я же вам не певец. Окей. Это не очень хорошо. Мне бы плюс один урона. А, у меня с руки есть плюс один урона. Бум. А, можно пузырик потратить. Тратить пузырик? Тратить. Окей. Как тебе новые трейлеры МКХ? Да я их не смотрю, они все одинаковые, просто показывают куски геймплея типичного Mortal Kombat с расчлененкой. Зачем это смотреть, если потом просто можно в игру поиграть? Понятно, что ее надо будет брать. Или пиратить. Одно из двух. Я чувствую, что пиратить. Неплохо. Конечно, неплохо. Я хочу хоть кого-то бабульнуть в этой игре. Кайф! Будешь Бёрдмана смотреть? Что-то, по-моему, в наши селянские кинотеатры даже Бёрдмана не завезут. Придется смотреть.
Ждать, когда выйдет в качестве, и смотреть дома. Какие еще варианты? Никаких примерно. Да хватит ты отъезжать здесь. Тихо. Утер и хорош. Победа или смерть. Я буду сражаться с счастьем. Мне сегодня хоть раз гоблин-техник, гном-техник на третьем ходике сыграет. Где мои сексуальные мехи? Наконец-то. Так, воин, значит. Наш добрый воин. Срочная инфа. Если ты хочешь управлять лазером и при этом не создавать шума, вначале нажимай мимо кнопок, потом наводись на кнопки, не отжимая клика мыши. Что-то там совсем уже поехал, мой друг. Что ты несешь, черт тебя дери. Я так сыграл, потому что скилл. Смотрел расписание в кино на пятнице, Бёрдман есть. Ты что, со мной в одной халупе живешь? Я пойду проверю твои слова. Если он там есть, то я удивлюсь. Прям уже в эту пятницу? А, в принципе, только понедельник. Смотрим на пятницу. Женщина смерти 2, большие глаза, несломленный параша, ночь музей 3, взблёвыш. Нет, ты со мной ни в одном корыте живешь. И нам Бёрдмана не завезут, как я и сказал. Так, он ничего не сделал, он щилдблок. Окей. Ну, сиди под своим щилдблоком. Как относишься к Русланам? Это лучший вопрос за все время существования стримов. Я тебя награждаю. Я не знаю, чем стрим в твою честь назову. 3-4. Блин, гном, дело-то такое. Расконтролить бы. А то мало ли чё. Следующий ход расконтролим. Преимущество на столе большое. Поставил макароны греться и забыл про них из-за стрима. Теперь сухари есть. Ой-ой-ой-ой. Так, ну-ка, детеныша убей. Еще хуже. Двойное фу тебе. Окей, у нас тоже, конечно, есть такая штуковина. И придется, похоже, ей воспользоваться. Точнее, совершенно не такая по концепции. Гораздо лучше. Трость огров. Это похоже больше на молоток. Это называется молот. Я неправильно сформулировал фразу. Отмотаем на 5 секунд. Молот огров. Это похоже больше на топор. Теперь правильно. Ну, сегодня какой-то мерзкий чат. А, видно, потому что 2000. Приходите флудить, ну серьезно. Бафни на плюс 1 к урону. Блин, а можно было, да? Ну чё, уже все. Теперь уже сидим фуфлыжно. У меня все равно гораздо лучше. У меня все гораздо лучше. Посмотри на этого воина, у него ничего и 19 хп. А у меня все и рекомбинатор, рекомбулятор. Класс. Чего таращишься? Форсин мальчики. Да, что-то форсин мальчики сегодня расшалились. Мы как-то справляемся с этим сексуальным напором. Бум, бум, бум. Маны хватает. Хватает. Я на страже. Как же горячо. Как же хорошо. Сегодня опять на 5 часов стрим. Нет, сегодня не на 5 часов. Сегодня и Волва не будет. Подписку на 3 бакса и прекращаем флудить. Слушай, я напишу. Обещаю, что на этой неделе я напишу по поводу подписки за 3 бакса. Может... Нет, никаких кораблей.
клинок жаждет крови. Корабли потихонечку отлетают из этого чата. О, еще один корабль. Класс. Что он тут наделал? Ничего примерно. Так. Ну, это не очень. Да хоть оббафайся там, ты уже мертв. Твои стримы помогают мне жить, спасибо тебе и приятной игры. Вот это гораздо приятнее читать. Ну, конечно, это довольно... В любом случае, спасибо. Это гораздо приятнее читать, чем флут. Со смешным человечком. Это хуже. Давненько у него преимущества на доске не было, и он его наверстал. Но у него 5 хп. Я чем-нибудь могу 5 хп там снести? Явно не этим. Ну, просто вывалим танк. Потенциально он танк не убивает. Было бы хорошо, если бы танк выжил хотя бы с минимум хп, потому что мы его бабульнем. А за 7 маны... А, 8 маны, окей. Ну, за 8 маны там тоже хорошие существа. Много легендарок и все такое. Что это? Не надо... Кто-то ждет новых дополнений? По поводу Hearthstone, думаю, что уже будут дополнять. Я думаю, весной будет какое-нибудь добавление. Да. Будет весной какое-нибудь обновление. Сколько урона имеет этот пациент? 7, 11, 13. Это много. Мне нужно что-то с этим сделать. Возможно, выложить жир и жоблина. Жир и жоблин. Сойдет. Надеюсь, что он меня все-таки не убьет. Как тебе новый альбом Carpenter Brut? Первый раз слышу про данную группу. Но новый альбом очень хороший. Я не знаю, нет, я не знаю. Мне предлагали рекомбабулить танк. Ну нет, это как-то... И чтобы мне там за 8 выпало. Бывая ярость тебя не спасает, мой друг. Спасает. Левелса. Черт. Хватает? Плюс один там должно хватать, нет? 19 урона. Хватает! А как так-то? Где он все это даст? Надо было бы булить. А что мне там выпало хорошего за 8-то маны? Пойдем смотреть, что бы меня там спасало за 8 маны. Хел Тузат, Рагнарос. Эй, Тузат. Рагнарос бы спасал, но мог попасть бы в лицо. Громаш, нет. Алакир, там было 7 хепи. Сторожевое древо. Да, надо было бабулить. Фак. Выпал бы второй. Второй выпал бы. Такой же силовой танк выпал бы. Утер и Малфурион. Должен защитить природу. Если бы ты был получеловеком полусосиской, с какой стороны ты бы был сосиской и почему? Ну, я бы так вдоль, знаешь, половина туловища сосиска, половина туловища человек. По-моему, норм вариант. Гном приходит каждую игру в начальную руку. Какие фильмы с Элен нравятся? Мне нравится Супер.
Мне нравится, конечно же, Inception. Джуна не смотрел, кстати. Я предал Эллен, не смотрев Джуна. Надо обмазаться. Пантера. На пантеру мы всегда ответим скрытой жабой. Жаба скрытого листа. Когда-нибудь она станет Хокаге. Танк-паук — это неплохо. Особенно если он выживет, конечно. Счет. Нет, я хочу такой счет. Не надо бафать. Не надо бафать крокодилов. Ну, Silence я, наверное, тратить не буду. И меч, наверное, тоже. Два меча. Окей. Разве в Супер была Эллен? Возможно, я путаю Супер. Как-то он по-другому назывался, но, по-моему, Супер. Передай мне тангенциальный прощатель. Да, Супер. Конечно же, там была Эллен Пейдж. Она там в латексе, черт подери. Эллен Пейдж в латексе. Ну, кстати, комба за 5, либо меч. Нужно какое-то... Ладно, давай комбо. Мечом мы фоллоуап. Наш фоллоуап будет меч. Смотришь свои стримы в записи? Да, так день и проходит. Сначала свой стрим смотрю 3 часа, потом еще 3 часа стримлю. Потом спать иду. Нет, потом чужие стримы еще смотрю. Потом просто так в Хардстоун играю. Потом что? Потом гайды по Хардстоун. Потом подрабатываю тем, что новые карты разрабатываю в Blizzard на полставки. Такие карты, как укрепление брони. Выбранное существо получает плюс 1 к здоровью. Я думал над этой картой 8 суток. Это мы убьем. А он вот это хочет убить. Но... А, он не убьет. Окей. Что, где Эллен Пейдж в латексе? О, как заволновался сам. Ты ведь в курсе, что Пейдж лесбиянка и тебе ничего не светит? Ну, удар в лицо еще никак не определяет ориентацию. Удар в лицо помогает решить половой вопрос. Жду приказаний. В общем, эту шутку можно огранить через несколько... Через... Но не на стриме, конечно, это нужно на бумаге делать. На бумаге. Что-то типа того. Всем привет, и я опять опоздал. Ну что ж, Табет, я тебя уже выучил, Сумерикон. Ты будешь моим именным подписчиком. Я опять опоздал. Интересно. Это не так важно. Вурдалак. Тоже не особо. Вурдалака мы с руки убиваем. У меня баф есть. Мне он что-нибудь дает? Примерно ничего. Так, ладно, сейчас подумаю, что там можно сделать. Silence. Тоже не особо. Справедливости. Перед мощью Штормграда! Можно, но я не хочу. Можно было бы убить. Но посмотрим, как он зафоллоуапит. Мой фоллоуап. Как тебе, миссия Сиренти? Очень хорошо. Я ее практически подзабыл, поэтому... Нужно уже освежить воспоминания. Освежить, я сказал. Есть такое слово? Освежить. Есть. Вспоминаем слова с Гуфенским. Ты называешь это оружие? Почему с хвостом не сразишься на карточках? А хвост в карточке играет? Я даже не знаю, как хвост выглядит, честно говоря. Так, это мы будем бабулить. Просто дичайше. Это мы будем бить. Это мы будем убивать. Это мы будем бить мечом. И это мы будем бабуля гореть. О, лучший вариант, просто лучший вариант. Господи. Ну ладно.
стримов есть расписание или по настроению? Я хочу выйти на стрим через день. Но пока я на это не вышел. Так, 8 в лицо хочу я получать? Можно еще вот так сделать. Ну, это так себе план. Честно говоря. Ну, давай, чё. Двадцать два хп, это не так уж и мало. Учитывая, что ему 9 в лицо прилетело. Назови своих любимых. Я не люблю топы, назови любимых актеров и актрис. Вкусы меняются. Сегодня Розмунд Пайк офигенно сыграла. Змей. Ну конечно же, змей. Ну конечно же, ты 4-4 идиот, а никакая не змея. Закрой свой хавальник! 8-10 урона. Один урона есть, одного урона нет. Время меняться. Ты глянь, что творится. Твоя магия тебя не спасет. Норм. Спасибо тебе. Почему так тихо-то? Женщина в черном 2, я не думаю. Не буду смотреть. Примерно никогда. Примерно никогда, а потом посмотрим. Смотри, нашел все-таки что-то. По сусекам-то поскреб. Нашел, как своего рыбачка реализовать. Какая мерзость. Ну, наконец-то, друид. Да, подкосило меня то поражение, конечно, абсолютно незаслуженное. Незаслуженное, как по мне. Ну, что поделать. Бум. Ну да, на стриме только буду вспоминать про творчество Достоевского. Я так сходу-то, кроме преступления и наказания-то ничего не вспомню. Оставить Йети, возможно. И жабу. Давай. Хотя можно было и меч оставить. Ну вот это гораздо. Вот это вот лучше. Вот это хорошая рука. Хорошая годная рука. Только не надо. Не надо вот это вот. Дам ему на растерзание, наверное, жабенка. Там будет видно. Поиграй в рыцаря лопату. Окей. Собери рандомную арену, бери все карты наугад. А, работающий наугад. Да их там мало будет, наверное. Посмотрим. Так, сейчас самое главное, чтобы друган выжил. И тогда все будет замечательно. Мистер Голые Плечи вступит в игру. Форс-мажор. Я, по-моему, 5000 раз уже говорил, что это отличный сериал. Просто иди и смотри. Ну, естественно, после. Естественно, после стрима. Иди и смотри. Этого февраля выходит в прокат игра в имитацию «Восхождение Юпитер». Что больше интересует? Ну, «Восхождение Юпитер» еще в прошлом году должно было выйти, и оно меня умеренно интересует. В основном потому, окочурится ли Шон Бин в этот раз. Игра в имитацию, я даже не представляю, что это. И похоже, в нашем колхозе опять это не будут показывать. Вообще, название знакомое. Игра в имитацию. А, это с кукумбер бэтчем. Окей. Возможно, и завезут потом. Да-да, видосы я тоже по настроению делаю. Сколько побед всего делал на арене? Ну, 12-то делал. Не думаю, что это совсем плохо.
Я совсем плох, но у меня бывают прозрения. Это, кстати, просто он на халяву мне отдал карты. Или это заготовочка под звездопадик? Окей. Посмотрим. Последний хоббит Г. Согласен? Согласен. Увы. Увы и ах. 4-5 дурень. Можно его убивать, а можно отсидеться. Отсидимся. Кайф. Люблю отсиживаться. Включи вомбо-комбо. Да как-то повода нет. Ты в немолодое что-нибудь шпилишь. Смешное такое слово, почему-то меня развеселило. Немолодое. Это чтобы не обижать игры, называть их старыми, ты сказал. Немолодое. Так. Мы имеем 11 урона. Ну, конечно, вот это вот просто так без внимания оставлять нельзя. У меня нечем здесь особо подкрепить мою волю к победе. А если размениваться, это оставлять чистый стол. Тоже не очень. Интересно. Секс. Есть два урона с руки. Куда их полезно направить? Есть смысл запчасть? Нет. Пока так. Что у тебя за мелодия на будильнике? Просто стандартная апле-мелодия. Верни в руку Магушана и в лицо. Да, возможно, так нужно было поступить. Возможно, да. 8 хп у мистера Друида. У нас есть гудочек. Черт, это страшная карта. Весьма-весьма угрожающая карта нашему общему благосостоянию. Состоянию. А Кодо? А что б там Кодо сделал, простите? Ну что, просто пассивно сыграть? Дай мне подумать. Хочется лицо бить, конечно. Покладывать скрытых жаб. Жаб скрытого листа. Мог вернуть провокатора. Да, надо было... Надо было вернуть провокатора. Сейчас ничего хорошего у меня здесь нет, откровенно говоря. Никакого хорошего ходика. Ну, есть вот такой ход. Там в запасе еще мечи и все такое. Стоит смотреть «Добро пожаловать в Зомбиленд»? Стоит. Судью я не смотрел. Киллзона на PS4 симпатична, визуально. Геймплейно довольно стрёмная. Мультиплеер тоже довольно-таки странный. Для человека, который не привык играть в шутаны на консольке. Мне не нравится вот это вот всё. Конечно, у меня есть Кадохин. Которого я даже откатить могу. Ой, тяжко что-то идет. Пока версия Project Cars будет поддерживать разрешение 12К, я не могу найти человека, которому не было бы на это наплевать. Я искал везде. Я искал их в воде. Я искал в ней... Так, что это? Что ты это? Это, это много урона. По-моему, я проиграл. Уважаемые дамы и господа присяжные, мне нужен летающий молоток. Либо волна света. Без этих карт... А причем... А, окей, 7. Мне ничего уже не спасет, да? Хил. Разве что хил. Справедливость.
Лицо или убить пантеру? Да надо пантеру, конечно, убивать, похоже. Тем самым я и в лицо получу. Окей. Думаешь, выйдет новый код? Ну, очевидно, Treyarch делают сейчас. Treyarch. Black Ops 3, похоже. Ой, черт, жалко. Да, кто-то проиграл. Ну, кстати, я, наверное, еще выхилюсь. Или нет? За нас жада. 13 хп. Смотрим на пациентов психпалаты. Видимо, 11 урона. 12 урона. Это рискованно. Бабулим, подругу. На 5, конечно, таунтов не так уж и много. Будет немножко щекотно. Бабулим. Супер! Еще лучше. Боже, что ж так плохо? Все спрашивают меня про фильмы. И ему хватило урона. Ровно. Он меня троллирует, здравствуй. Насмотрелся, блин, стримов топовых. Да, 3-3, кстати. Даже в существах 3-3 сидят. 3-3, я вижу их в воде. Я чувствую их движение крылья. Чё? Так. Утер и Утер. Сколько хостинг за футболочный сайт платишь? Справедливость должна. Это не мой футболочный сайт. Это уже на основе готового сайта. Какой хостинг совсем, что ли? Господи, у меня еще и горгулья. Ну ладно, это будет монетка на третьем ходу, похоже. Да-да, дорога 3-3. Вот так встаешь с утра, идешь чистить зубы и видишь в зеркале 3-3 комментарии. Ну да, 3 сверху, 3 снизу. Все как полагается. Что же мне с тобой делать-то, а? Она похожа на Морбиуса из Человека-паука мультика. Кажется, Морбиус, да? Там очень смешно, потому что им нельзя было... В данном мультфильме им нельзя было показывать, как сосут кровь. И вообще кровь, и огнестрельное оружие, там Фокс канал целую кучу условий поставил. И на этой истории я полез под стол, потому что мышка разрядилась. Поэтому они сделали вампира, который сосал кровь через руки. У него там были такие присосочки. Приятного аппетита всем, кто ест. А, да, им еще нельзя было говорить слово «кровь», поэтому он сосал плазму. Мы должны очистить солнечный колодец. Зачем юзать беспроводную мышь, если можно юзать проводную? Действительно, зачем? Чтобы ползать под стол, очевидно. Вдруг там под столом клад. О-оу. Вот это вот немного не по плану пошло. 6 карт плюс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кризис был успешно избежен, дамы и господа. Нет, 6 и больше карт. Кризис, дамы и господа, кризис в самом разгаре. Черт, я еще и хорошую карту слил в итоге. Кто-то не умеет считать и читать описание карт. И все такое. Конечно же, йети. Ну, конечно же, йети. Это то, что надо.
Это я и мистер Кусака. Так вот, о чем мы? Что показать? Да. У меня есть... О, это карты. Три маны и горгули за три маны. Класс. Во имя справедливости. Что-то типа того. Это не зацензуренный сериал про вампира, это гребаный Человек-паук мультсериал 96-го года. Или 98-го. Пой Кристину Си. Да, после этого только Кристину Си. Горгулья! Давай передохнем. Да это же двойной Кусака. Что у меня здесь все так плохо, что я даже не знаю. Окей. Во что ты вложил свой капитал? Ну, конечно же, в стримы. Стримы. Ну, конечно же. Стримы. Я... Ну, какой капитал? Серьезно? Квартиру пятикомнатную с джакузиями. Что это за сексуальные такие движения? Как же он фигачит. Блин. Жду приказаний. Плохо, плохо, плохо. 11 хп. Это довольно паршиво. Или выхилиться и под таунт кинуть. Давай. Справедливость. Или не под таунт, а вкусный зомби. Но это по сути халявный фраг. Капитал прожиточного минимума. Стучи по стимбоксу. Как тебе такое? 7-7, ну конечно же 7-7. У меня что-нибудь есть в колоде? Световую волну я потратил. Ну да, вот это. Это тоже карта. Если вы не знали. Кстати. Кстати о птичках. Будет очень хорошо, если я смогу убить Кадоху зомби. Во имя справедливости. Если не найдется у него один урона, чтобы убить зомби, то это будет отлично. Не надо. Не надо. Но это тоже не очень хорошо, откровенно говоря. Ой, что-то мне подсказывает, что да, мечты сегодня никакой не будет. Сегодня мы 3-3 мальчики. Твоя магия тебя не... А, еще и Silence, ну да. А, еще и в лицо, ну конечно. И там молоток наверняка сидит, да? А даже и без... О, хил. Даже без молотка, похоже... Бум. Придется сделать бум. Наверное, да? Да. Даже зомби со мной согласен, что да. Но можно выхилить... Можно выхилить Йети, чтобы он на столе остался. Но это полный бред, потому что 3 хп... Ну, там, возможно, баф. Дай какую-нибудь запчасть хорошую. Маховик. Маховик? Теперь вопрос в том, дважды... Похиляться или таунт восстановить? Мне кажется, таунт восстановить. Час расплаты. Мои глаза. Дарья. Что приказать? Это терпимо. Мне более-менее нравится то, что я вижу в данный момент, потому как я прозрел. Я отвечал уже про то, что Интерстеллар получил только технические номинации на Оскар.
С одной стороны, соснули, а с другой стороны, по-моему, у Инсепшена, который является моим любимым фильмом, было то же самое. Сейчас посмотрим. Начало. Не любит киноакадемия Нолана. Нет, ты глянь, выиграл. А, ну да, он выиграл 4 технических номинации. Однако у начала были номинации «Лучший фильм», «Лучший сценарий». Это основные номинации. И он выиграл 4 технических. Даже технических номинаций у «Инсепшена» было больше, чем у «Интерстеллара». Так, что мы здесь делаем с нашими пациентами? Размораживаем другана? Да я уже никак не выиграю. Давайте смотреть... Давайте смотреть правде в глаза. Даже если я разморожу, я могу убить 5-5. Я могу убить 2-2. За короля лича! Твоя магия тебя не спасет. Сейчас разбою! Ну, посмотрим, посмотрим. Гол в лопатного рыцаря. Да погоди, лопатный рыцарь. Всегда успеем. Цель отмечена крестом. К чему эта спешка? 2-3, это не страшно. На самом деле страшно, потому что я проигрываю. Мне меч нужен срочно. С мечом, возможно, хоть что-то получится. Больше пузырей. И еще один пузырь. Не понял. Че? Окей. А, он боемит просто. Понял. Да. Хороший счет. Бум. Ну, теперь у хейтеров начало... Теперь у меня два фильма, которые люди считают... Ну это же просто обычный фильм! Теперь там не только начало в списке моих любимых фильмов, но еще и исчезнувшие. Вот так-то. Фу, мерзость. Ну хотя... Кто-то сейчас пойдет на арену за деньги. Какие они... Наплевать на золотые карты, откровенно говоря. Так, ну-ка я на секунду приглушу экранчик. Чтобы вы не видели моих постыдных закидываний денег. Близко. А там же еще и на карте нет. Приехали! Нужно еще и деньги переводить. Да, где включить-то? Где Кнопуля? Кнопуля, вернись. Кнопуля. Кнопуля. Ну тогда я запущу двухминутную рекламу. Не расходитесь, потому как будет сейчас арена. Прям сейчас арена будет вообще. Не расходитесь. Где включать-то? Где кнопка? Вернемся еще котнем. Реклама пошла. А ты смотри на черный экран. Мерзкий, мерзкий. Как тебя там называют-то? Ну, типа, ну ты понял, тот, который... Эй, с планшета! Вот. Да входи ты уж. А где, где? Нет, 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 не это. Где нормальная штука? Блин, я сейчас тут буду долго ковыряться, все зрители разбегутся. Да не то это, но мне не сюда нужно, блин, в обмане. Какого хрена? Две победы разбойником или воином. У меня, блин, там такой контроль воин дурацкий, что я эти две победы буду делать полтора года.
Я сюда двух защитниц запихнул. Вместо двух щилд-блоков. Ну ладно, погнали тогда. Черт подери. Супер ранг. А может уже и не будет ранг. А, ладно, посмотрим. Нищий, плюшевый нищий. Он нищий, плюшевый нищий. Горош. И горош. Не было рекламы, ну да. Победа или смерть. Я сокрушу тебя. Ну, не было рекламы, и сиди. Лови полтос на Яндекс деньги. Действительно, полтос на арену. Да, я не могу, блин, там на вебмане зайти. Включи музыку, включи Мишка виновен, ты обещал арену. Ну да. Так все и было. Но нет. Реклама все идет. Видите, у кого-то до сих пор реклама. Будешь обзор Бэткомедина на Горько 2 сегодня смотреть. Я просто не могу. Уже весь извелся. Только бы скорее обзор Бэткомедина посмотреть. Ай, на Горько 2. Как увидеть сценаристы? Ну, хотя Горько 2 действительно паршивый фильм. Комбо-вомбо, плиз. Нет. Говоришь, что не любишь топа, а два любимых фильма есть. Ну да, а вот если меня составить топ-5 любимых фильмов, тогда у меня уже будет неприятность. Okay. Так. Рекламы был какой-то более веселый. Микрофон работает. Более веселый. Ну, конечно, был. Потому как, блин. Я думал, что я смогу задонатить. А я не смог. Сделать джингл с Якубовичем для рекламы. Я не знаю, о чем ты. Черт подери. Сюрикен-то работает. Ну, хотя он всего лишь животика. На сюрикен потратил не так уж и плохо. Эти контроль воина, это так интересно смотреть. Второй животик. Или вот так сделать. Это такая себе фигня тоже. Просто стакать армор и ничего не делать. Супер план! Ладно, давай второй животик. Супер план. Гидон. Ну, он реализовал Гидона. Так, БГХ я на него тратить не буду, потому что там будут более вкусные пациенты под БГХ. Хорош! Ты не достоин, Брэвиден! Похоже, вообще не похоже. Смотришь Брейна? Который Пинки и Брейн? Нет, не смотрю. В детстве смотрел. Блок щитом. Я убрал оба блока щитом. Поставил двух защитниц. Возможно, это было не очень. По-моему, у них одна и та же колода. Ну тогда контроль воин с небольшими изменениями. Мать земля смотрит на нас.
Да, я поставил сюда двух бронированных тетенек и панду, чтобы возвращать бронированных тетенек, либо БГХ. Я собой очень горжусь, откровенно говоря. Заработала! Это не оттуда. Я не знаю, откуда это. Я только что это придумал. Это нигде не использовалось вообще. Я запатентую это. Не смей использовать! Мое заработало! Смотрел фильм «Грязь», если да, то какие впечатления? Да, смотрел и фильм «Грязь», и сериал «Грязь», который вряд ли кто из смотрящих смотрел с Моникой, из «Друзей». Сериал хороший, фильм... Поначалу хороший, потом просто, фильм. Так, у меня нет хороших карт. Поэтому мы будем сидеть и терпеть. Блок, удар. Закончить. Играешь как бог, да я в курсе. Есть инфа, что у Гуфенского уже руки трясутся, лишь бы в Evolve поиграть. Действительно трясутся. Алекс Траза. Ну, вот это уже конкурент, претендент под БГХ. И откатим. И Лотар. На всякий случай, потому как это страшный контроль воин, такой же, как и я. Возможно, даже... Страшнее. Fireworks. Мод железного исполина у меня нет в колоде. Потенциальные 10 урона. Сидят и ждут меня. Поэтому нужно заканчивать его быстрее. Сказал я про контроль воина, которого убить практически невозможно вообще в принципе. Горош, ты не даст... Сколько у меня урона? Ну, не хватает, конечно же. 12... 22. Не хватает. Делаем заготовочку, чтоб хватало. Нужно начинать каждый ход делать армарап. На следующем ходиком хватает. 5, 9. Не хватает. Окей. Я тебя вижу. Лосеп. Ну конечно же, Лосеп. Он громаш, а не горош. Кому наплевать? Мне наплевать. Так. Настакать арморчика. Стакать арморчика. Что же теперь? Жрица брони. Злой поц. В кого злой поц? Нет, злой поц, конечно, под громаша бы. Жрица брони и злой громаш. И лицо бить. Можно? Может. Броня на Да, проблема в том, что если я сейчас проигнорирую и придет бомба, то я отъеду. Возможно, я от чего-то еще отъеду, например, от конкурентного громаша. Окей, разменяемся. Ну! Я что-то сделал. Потереби грифончика. Конечно же, БГХ. А это что за мерзость? Казнь. Ладно, это не страшно. Похоже, придется БГХ щелдблоком убивать. А вот и она. Бумба! Окей, хилимся. И армора на БГХ не остается. Или не хилится. 7 хп. Подниму до 9. Даже от Рагнароса я не умираю, в принципе. Ну такое. Может. Ну ладно, посидим. Ключ
«Прощай, Волф, зови Амику и ее псов, начинай стримить по-человечески». Хороший комментарий. Я не могу больше... Так, я умер. Эта захватывающая партия в погоне за Дейликом закончилась тем, что я умер. Вот тебе и сыграл рискованно. Классно как. Ух, а? Взбодрились прямо от этой игры. Прям чувствую, как... Кровь по венам потекла. Почему зрители растут, если я на 13 ранге? Потому как они... Перебежчики из других стримов, возможно. Другой стрим закончился, я чувствую, да. И ты перебежал сюда. В надежде посмотреть на скилл. А скилла-то не завязали. Я должен защитить природу. Победа или смерть. Закинь уже деньги, а... Нет. Сегодня уже не будет. Денег. Деньги кончились. Стакаем армор, заканчиваем ход. Убери надпись про арену на стриме. Ага, хитрый. Конечно же, хитрый. Ничего не буду убирать. Где мои супер топоры? Еще и поганище сюда впихнул. Что у меня... О чем я думал, когда эту колоду натыкивал? Надо перерабатывать ее. Сколько лет стримеру? Сколько у меня пальцев на руках? Больше, чем лет? Черт, это какой-то меха-друид страшный, первый раз вижу. Где моя Firewar X? О, боги. Так и мармор, пропускаем ход. Захватывающая, захватывающая игра. Психонавты будут, если будут, или будет только скилловый Хардстоун. Конечно же, скилловый Хардстоун, врубай Evolve. Ксенонаутс, шпилишь, я не знаю. Кто это? Дианон по пальцам. Шутки, шутки. Кто это проиграл? Ну окей, у нас есть, конечно же, поганище, которое внезапно пригодилось. Чтобы хотя бы одного пациента убить. Полтора пациента. Умрутся об поганище. Умрутся. Хорошее слово. Чё? Ты же неправильно сыграл. Или у тебя там что-то есть? Гнев. Врат. У тебя врат. Что это за колода такая жесткая? Первый раз вижу. Давай скину мехвара. Да не нужен мне мехвар. Я тут уже проиграть немного успел. Ну-ка посмотрим, что из киндер-сюрприза выпадет. 2-3 боксер. Окей. 8 урона, 9. Кто-то проиграл. Да, в принципе, весело было зато. Да, тебе весело, мне весело. Я, по-моему, на мыльных пузырях быстрее сделаю. А что сделаю-то? Мне делик надо было выполнять. Да, уже не важно. Счет отключаем, арена. Счет арены отключаем. Погнали на мыльных пузырях. Или на Miracle Drew. Нет, мыльные пузыри. Как ты знаешь, что он вытаскивает до того, как разыграл? Ты читер? Что ты несешь? Я так не делаю. Свет дарует мне победу. Я буду сражаться с счастьем. Ну и где мои мыльные пузыри? Ни одного примерно. Отменяем все. Вот это уже лучше. Это потенциально 6-6 на третьем ходике. Возможно, и нет. А когда ты начнешь стримить на пару с тяночками с вебочкой? Слишком много уменьшительно-ласкательных суффиксов. У меня сейчас передозировка будет, и я
перееду в иные планы существования. Что? Я хотел мне это сказать. Какой-то задумчивый прист. Как правильно, гуфовики? Да, конечно же, гуфовики. Развеселил меня поганец. Гуфовики. Какой мужик утонул, господи. Все хуже и хуже с шутками. Ну потому что сколько можно клоуничать-то? Это хендприст? У нас здесь серьезные аналитические игры. Мне нормально. Запусти кристалл, да пожалуйста. Так, ну мне нужно, чтобы как-то мой... Окей. Посмотрим, как он на это ответит. Какой сериал посмотреть? Ну, больницу Никельбобера, очевидно. Я скинул, посмотри хоть. Что ты скинул? Это угроза? Интересно. Может быть, ты кого-то скинул? Судя по тому, что на кошельках ничего не изменилось, ты кого-то скинул. Гуфовики. Я видел такого приста, у него там 3-5 сала есть. Ну да, похоже. Интересно. Какой твой настоящий голос? Ну, когда-нибудь ты это узнаешь. Ну, что ж ты так долго думаешь-то, сладость моя зефирная? Надо решать быстрее. Интересно. Глянь, действительно 3-5 с салом? Только ему это не особо помогает. Можно осветить. Можно ударить. Оба варианта так себе. Ну, конечно же, мне, как профессиональному игроку, больше нравится ударить. Почему у него в колоде Навара в два раза больше легенд, чем всего у меня? В колоде Навара. Потому что колода наваристая. Кого-то рекламу показывают. Ну, надо смириться с рекламой. Реклама — это двигатель прогресса. Я только что выдумал. И ничем не могу подкрепить свое заявление. Ты глянь, здесь прям кольца света на кольца света пошли. БМ-колода будет мучить тебя до фатиги. Ну, страшненько, что сказать. Преимущество мыльных пузырей в том, что они практически бессмертны. Ты должен пробиться сквозь пузырь, а потом еще сквозь туловище. Но к этому моменту, когда ты... Да, кстати, между Сакурой и Хинатой я выберу Ино. Но пока ты доберешься до туловище Алого Крестоносца, Скарлетка, возможно, уже задушит тебя надо своими попасть бедрами. Возможно, тебе это даже понравится. Смерть меня не страшит. Это ужасно. Это ужасно, и мне одного урона не хватает, чтобы через этого другана пробиться. Ну окей, пусть он пробивается через моих друганов. А дальше посмотрим. Что за сузиство возле кошельков? Это доллары, перетянутые ленточкой в шляпе с моноклем. По-моему, это очевидно.
Какие еще могут быть варианты? Ну, кроме огурца. Огурец тоже весьма и весьма возможен. Сайленс — это плохо. Будешь стримить что-то давай другое? Передохнем. Наверное, нет. Ты глянь. Ладно. Сейчас нам что-нибудь вкусненькое выпадет. ХП маловато. Дживс. Из всего, что было в этой колоде, Дживс — это худший вариант, потому что сейчас Прист будет за счет него тащить карты. Играл в Path of Exile? Нет, не играл. Но хвалят. Хвалят, но не играл. И говорят, что это, как ни удивительно, полностью бесплатная игра. Смотришь футбол. Ну, как-то один год я смотрел английскую премьер-лигу. Привет. А потом перестал. Подписчик, ты смотри, Липтон 162. Здравствуй, дружочек. Как твое ничего? Доктор Бум — это плохо. Доктор Бум — это ужасно. Нужно что-то с этим делать. Во имя справедливости. 8 хп. Дживс, живи. Ну, пока так. Что-то как-то странный какой-то Прист, но тем не менее он работает против моей гениальной колоды. На этих высочайших рангах. Чего ты боишься больше всего? Войны, наверное. Или не реализовать все, что запланировал. Да много чего. Страхов-то в нашем мире. Чем больше возможностей открывается, тем больше и страхов в итоге. Интересно. Массивности не хватает в деке. Вот у этого парня массивности завались. Ты глянь, реально крутая колода. Кто-то умер. Этот кто-то, возможно, я. Я могу выхилиться на 8. У меня будет 16. И я никого не убиваю. Могу кинуть микротаунт. Ну, давай таунт сделаем. Посмотрим. Как он там отбрешется. Ударит лицо, чтобы похиляться. На случай, чтобы если он тут что-то... Хотя, если у него массовое рассеяние есть в этой колоде. Массовый рассеянный. Меня уже хил не спасет. Ладно. Повизжи, как Скарлетт Йоханссон. А что, она как-то специально визжит? Именно ее свиск ты узнаешь из тысячи? Я изменю твой... Ну, конечно же, темная жрица. Еще и немота. Да, меня уже... Блин, у него реально было все. Все, что нужно. Здесь какая... Кто-то, похоже, скоро на 14 ранг упадет, и мы этого не хотим. Закончить можно сегодня? Блин, ну людей много. Ну как-то я, да. Как-то я вчера... обыволился немного, поэтому, думаю, на сегодня мы прекратим все это безумие. Спасибо всем, кто смотрел, подписался, задонатил. Вас сегодня было много, мне было очень приятно. Надеюсь, я вас немного повеселил. Научил играть в Hearthstone. Очевидно, нет. Смотрите 3-минутную рекламу и до следующего стрима. Возможно, завтрашнего. Возможно, нет.
точно нет, точно не завтра. Ладно, завтра будет. Всем пока. Муа. Да-да, вебку включит именно нее. Нее, ее склонение. Именно они. Так. Не, наконец-то выключаю это чудо. Чудо из чудес, раз чудесное. Пока.